Я вообще оптимист, и я очень верю всегда в светлое, хорошее будущее. Что такое Россия? Россия — это мы, это я, это вы, это мы. И какими мы сделаем нашу страну и наше будущее, зависит только от нас. Я смотрю с улыбкой и с большим позитивом в будущее. Я всегда очень тяжело переживаю какие-то новости, когда, ой, Россия, там опять санкции, ой, там обстрел, там это. Ну что такое? Ну почему так? Что люди погибают? Это же самое страшное, что может быть. Когда гибнут люди. Но я очень надеюсь, что самые тяжелые времена для России, они уже позади. И впереди только доброта, только свет, только улыбки, только дети и очень сильный человеческий дух, который не имеет никакой национальности. Дух, сообщество, общность, единство. Понимаете как? Потому что все люди, как это не примитивно звучит и по-идиотски избито, это же братья, сестры. И когда брат стреляет в брата, это страшно, это преступление. И мы не должны допускать такого, потому что люди — это мы, это я и вы. И мы должны начать с себя, чтобы мы пошли вот в то самое светлое будущее, которое не ушли во время строительства утопии коммунизма. И ну, в царской России все прекрасно помнят, чем все закончилось это. Демократия должна быть, понимаете? Я полагаю, что у нас есть демократия. Да, у нас люди немножко другие, чем на Западе, но это менталитет. Это менталитет нации. Я, например, уважаю все национальности и все государства. И если у них это как-то по-другому, а у нас это по-другому, я не могу сказать, что у них это плохо, если это отражает какие-то, может быть, законы смешные или какие-то поступки людей, или их характеры даже, какие-то общие черта характера, это отражает эту нацию. И я с большим уважением и почетом отношусь к их традициям, к их вот к их такому устою. Понимаете как? Но как это, душу русского человека никто не сможет понять. А мы, мне кажется, русские друг друга прекрасно понимаем. И да все у нас будет хорошо, я в этом просто убежден.